Вас приветствует Алена Ариес. Не поверите, что у вашего мужчины в голове. А в голове у него вы, именно вы. И думает он о том, что нужны вам только деньги, что вы сдержанная, серьезная, практичная, возможно, хорошо стоящая на ногах девушка, зацикленная на деньгах. Либо на зарабатывание денег, либо он, скорее всего, девочки, он считает, что вам нужны деньги от него. Но чаще всего так считают именно несостоятельные мужчины. Вот. При всем при этом он все равно планирует с вами серьезные отношения, планирует встречу, если у вас роман на расстоянии или вы сейчас не вместе. Не вместе, причем я не имею в виду конфликт, хотя и это тоже возможно, что вы не вместе из-за этого, но, может быть, вы встречаетесь, то есть у вас формат встреч. Планирует изменения к лучшему в ваших отношениях, особенно если вы роман на расстоянии, смотрите, планирует переезд. Еще здесь есть важный момент, девочки, который я вижу. Вполне возможно, несмотря на то, что мужчина считает, что вам от него нужны деньги, я же говорю, чаще всего это считают именно несостоятельные мужчины. Смотрите, вы действительно не поверите, что у него в голове. Он планирует переехать к вам. И он считает, что вы достаточно хорошо зарабатываете. То есть, я, честно говоря, вижу именно меркантильный интерес. То есть, он считает, что с вами надежно будет в материальном смысле, что с вами он будет как за каменной стеной. Да, вот он, сильный, властный, деловой, но при всем при этом он готов переехать к вам. Да, готов на серьезные отношения, будет добиваться. То есть я хочу сказать, что вот этот сильный, властный мужчина, да, да, он сильный, властный, но не прочь пожить за ваш счет, вы меня простите. Вот что у него в голове. Для детального рассмотрения конкретно вашей ситуации, пишите мне на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. И станьте сами предсказателем за 5 секунд. Приобретите большую книгу Таро. Ссылочка внизу в описании в моем первом комментарии.